кафе ходить. Я, честно говоря, ребят, ну еще раз, я не сориентирован, очень приятно. И, ну что можно сказать, меня когда-то определили как певца шансона, создали мне такую хорошую очень рекламу, что я исполнитель блатного жанра. Ну вот перед вами стоит блатной человек, который... Вот, но что я могу сказать? Я не знаю, что можно еще предложить вам, вы люди... Я вижу, очень культурный, интеллектуальный, любите хорошую музыку. Но, а где Вадик сам? Иди сюда, пожалуйста. Иди сюда. Мне хочется еще раз поздравить. Мне хочется пожать твою руку. Мне хочется сказать тебе искренне теплые слова, как человеку, который зарабатывает хлеб именно своим трудом. Тяжелым трудом. Труд, который должен все-таки воздаться по-настоящему. И, конечно, что можно сказать? Артист – очень сложная специальность, музыкант тем более. А человек, если сочетает в себе много жанров, такие как поэт, композитор, музыкант, певец, сколько тебе платят? Я тебе забираю это с собой. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу пожать ваши руки, как и Вадику, ну и попрощаться с вами, потому что, может быть... Давайте сейчас поем тогда. Ну да? Еще попросим. Ну тогда же мы да? Okay. Не знаю. Давай. Так, давайте аплодисменты, чтобы у нас все разрядилось. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг. Не обещанный, слепый мусор, земля и небо вспыхивают вдруг. Извинья части, пошел разлуки, хочу не видеть с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, и дальний путь на долгие года. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб подать друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Весенний час придет нам снова, вернешься ты, любовь, тогда ты. Давай дадим друг другу слово, что будем вместе, мы вместе навсегда. Ну что ж, поддержите меня, пожалуйста, аплодисменты. Я вижу, что вам такие песни тоже нравятся, дорогие друзья. Безумный час, хочу делиться с тобой. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. Веселые часы, бои, разлуки, хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. Желаю вам хорошего настроения, желаю вам все, что можно пожелать хорошим людям. От всего сердца вы делаете правильное, у вас правильный выбор, вы выбираете хорошие песни. Спасибо, до свидания. Анатолий Могилевский. 7 числа здесь будет его сольный концерт. Милости просим, будем рады вас видеть в этом зале.